Ма, смотри, да по нему муравьи ползают. Чисто прикинь по тебе бы. Ма, прикинь, какие наползут по тебе. Короче, дорогие друзья, чтобы на ма наползли, короче, муравьи, ставьте прямо сейчас лайк. Ты что, за что так это не надо? Ну ладно, ма, нападут на тебя, как будешь спать. Ладно, просто ставьте лайк, знаете что? Мы сегодня устроим соревновательный режим. Помните серию про лабиринт, которая набрала 2 миллиона просмотров? Вы там набрали 80 тысяч лайков. Давайте на этой мы наберем 50 тысяч лайков, нам тоже будет круто, мы будем строить магазин. Поэтому сейчас набираем лайки 50 тысяч, подписываемся и... И жмякаем на колокольчик, конечно же, всегда жмякаем. Да, и вопросик дня. Ваша любимая игра, напишите там любая. Майнкрафт, Бравл Старс, там, Роблокс, там. Симс. Девчонки, Симс. Так, все, погнали, мы сейчас быстрее будем строиться. Давай, ма, быстро. Бежим. Ма, мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим Евгену Бро тапки и купим разные шмотки. Чего ты, какие тапки? Ма, ты что, не знаешь этот трек, что ли? Ма, ты что, отстала? Ма, весь ТикТок сейчас, короче. Мы будем делать бабки, мы купим. Ма, позорище. Скажите, друзья, позорище. О, смотри, тут кто стоит. Ма, это наши клоны, короче. Мы по ним будем смотреть. Короче, друзья, мы сейчас будем... Ма, мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим мне тапки, мы купим мне шмотки. Какая красотка, моя копия прекрасная. Фу на нее. Фу, блин. Ма, ты все, слышишь ты, а? Все, кыш. Так, что тут у нас? Так, все, вот здесь понятно. Твоя разметочка, здесь моя, короче. Ну все, мы начинаем, короче. Так, как там сделать? Так, значит, у него здесь вот это так, красивое личико такие. Башка так, какая-то непонятная. А у тебя, ну там, башка какая-то непонятная, вся кривая, раз, косая. Раз, два, три, беленький. Раз, два, три, зелененький. Ну сейчас все сделаем. Ма, давай делаем. Ма, потом тебе чисто... Раз, два, три, беленький. Ма, слышь, ты беленький. Так, тут, значит, три, вот так, значит. Смотрите. Тут глазёшки вот так строим. Ну-ка, что там у Ма? Мат, ты вот здесь должна строить. Вот здесь лицо, Ма, смотри, вот здесь лица. Ма, ты не там строишь. Да я сзади начала, понимаешь? Зада. Ма, кстати, всегда зад начинает. Так, помолчи мне тут. Так, тут цветочки вот эти. Всё-таки Ма решила похолодело спереди начать. Ма, ты решила спереди начать? Да, меня тут уговорил, и Женя... Никто не уговорил, я просто сказал, что Ма через жопу делает. Я тебе сейчас дам через руку, и ты сюда получишь у меня. Ма, не надо, пожалуйста. Так, Ма, кстати, всегда все через одно место делает. Подожди, не мешай! Ма, не мешай! Раз, два, три, четыре, не мешай. Так, как тут волосики? Так, я его сейчас сюда пододвину, а то мне не видно, короче. Что, я правильно делаю? Ма, ты неправильно делаешь. А, все правильно. Кажется, что как будто выше. Так, все, рассматриваем, как тут делать. Ага, здесь вот так, значит, волосик. Так, все, сейчас чисто экспресс, быстрая постройка. Так. Блин, а куда ты? А, ты перенес своего клона, чтобы удобнее было. Ма, ну конечно. Ни хрена, ой, извини. Ма, ты за... У меня такие шары на поле. Ма, у тебя просто шарешки вообще всегда удивленные максимально. Знаете, у Ма, короче, всегда удивленные шарешки, она удивляется жизни. Один, так, один, два. Ма удивленная душа, короче. Три. Так, здесь вот так делаем, здесь вот так, значит, здесь кипарочек. Рта нету, ребят, короче. Да Ма вообще сякая косая. Я правильно делаю? Ма, неправильно. Достаточно большие глаза. А, не, надо поменьше. А, нет, такие у меня глаза. Так. Ну я красотка, конечно. Да Ма, да. Реснички у меня такие. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, друзья, я сделал, короче. Опа. А чего так быстро ты это делаешь? Ма, ну потому что я не такой косой кривой, как ты. Так, здесь застраиваем. Ничего, если что, поможешь мне чуть-чуть. Ма, не буду тебе помогать, мы вообще-то магазины делаем, это конкурентное видео, ма, ну. Ты шо? Ма, твой конкурент, все, короче. Так, ты сколько? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня челка-то выглядит, ребят. Не очень удобно летать. Вот эти цветы, конечно, а их сложнее всего. Согласитесь, кто меня рисует, согласятся. Хо-хо-хо, согласятся, Ма, никто с тобой. Ма, никто с тобой не будет соглашаться. Нужна ты больно. Какой грубый у меня сын. Ладно, Ма. Так. Тут, короче, дело, так, что это такое? 35/12, так, тут немножечко... Так, на краю, так, белый. Так, 35/13. Здесь вот. Да, вот так. Ой, не то, что... А, 12. Ма, что забиваешь? Белый. Ма, тут 4 у маленечко. Чё ты, как ты там 4-ешь? Белый, ой. Ма, смотри, я уже бошку всю сделал.
Ты что, офигел? Майя, смешно ему. Майя, тут немножечко четырё. Подождите, у меня, получается, цветок бровь закрывает? А, так у меня одной брови вообще не видно. Ма, у тебя одной брови нет. Прикиньте, у ма брови нет, короче. Вот, теперь похоже на меня. Господи, как сложно, ребят. Давай, давай, ма. Ой, смотри, я уже, ма, я уже все сделал. Да капец ты вообще. Я по одному блоку подлетаю, блин, что-то там строю. Ма, чисто вообще. Цветочки, не цветочки. Так, я сейчас буду наушники делать. Слушайте, друзья, вот наушники, это прям сложно. Вот смотрите, тут надо... Тут вот два блока, вот так, значит, летаем. Вот так вот делаем. Потом как тут вообще? Так, вот здесь... Ага. Мне не опередить или опередить. Так, может, что ж почитерить как-то? Я не знаю, я не умею этого делать. Я честный человек. Май тоже честный максимально, короче. Так, так значит... А как тут сделать? Что-то, ну-ка, здесь, смотрите, один блок... А, вот так вот, короче, один блок вот сюда идет, вот так вот. Оп. Оп, оп. Беленький, значит. Господи, беленький, зелененький. Я максимально за тупок, ребят, короче. Ну это правда, друзья. Как бы я. Ой, цветочек надо было повыше делать. Ну ладно, пофиг. Пусть второй бровь тоже закрывает. Так, желтый и. Ма, давай все-таки по это, как и в реале, короче, делай. Ну я сейчас все перепутаю вообще нафиг. Мон, чисто вообще. Так, тут, значит, делаем вот так, вот так. А, я поняла. А, нет, не поняла. В чём моя ошибка? Подождите, ребят, в чём моя ошибка? Нет. Нормально всё с тобой? Я тупич просто, вот в чём моя ошибка. Здесь цветочек заворачивает вправо. Так, все, я делаю уже капюшончик. О, смотрите, уже капюшончик. Вот, поэтому вот, теперь мою бровь видно. А я тупила, блин. Так, все, тут делаем. Так, так, так. Ома, отлично, я все сделал. Ты че, обалдел, серьезно? Ману, облети, посмотри. Слушай, полюбас, он каждый день свою моську выстраивает. Ма, неправда. Что ты такая рассказываешь? Правда, все правда, отвечаю. Правда, правда. Ма, неправда. Так. О, смотри, все, теперь и наушники сделаны. Все реально, смотрите. Ма. А, тут уши забыл, уши. Сейчас уши сделаю. Капец, у меня только одна сторона лица готова. Ма. Или это не уши вообще? Че это? Ладно, я считаю, тут надо закрыть, потому что некрасиво. Вот так все. Оп. Так, теперь надо, короче, как-то с дверьми, короче, разобраться. Я вообще не знаю, как с ними Блин, разобраться. Блин, пипец, ребят, я не успеваю. Ма, у тебя там вообще-то волосы. А, ты поверх будешь накладывать? Хорошо. Да, я хочу поверх сделать. Я хочу себе сделать объемную прическу, ребят. Ну-ка, если я тут кипарик вот так вот объемно сделаю, будет красиво или не очень? Еще проверим, друзья. Так. Кипарик он собрался делать. Не, помогу отстойно, лучше, короче. Ма. Лучше бы ма помог. Ма, я тут уже внутри сейчас. Ладно, давай помогаю. Что тебе тут помочь, ма? Волосы. Не могу вообще, капец, лучше. Давай бошку тебе починю вот эту. А что с ней не так? Ну, в смысле, по бырику вот так сделаю, оп. А, команды, ну давай. Такая, команда. Вот эти цветы просто, они такие сладкие. Давай, Ма, делай. Все, башка у тебя готова, давай делай дальше, короче, волосы. Смотрите, Ма лысая. Смотрите, друзья, чисто Ма лысая. Не смешно. Ладно, смешно. О, этот кипарик подправил. О, смотрите, теперь красиво, кстати. Так, две цветочки и вниз спускаемся. Ма, ты там две цветочки, что ли? Так и вниз, вот так цветочки. Слушайте, ну красиво так получилось. Все, сейчас внутри буду делать, короче. Так. Нам надо круче двери. Так, спустились на дно. Ниже не Блин, а у Ма тут красиво, смотрите, у нее вот так вот получится. Ты че мне клюв сделал, обалдел, что ли? Вот, смотри, какой клюв. Ребят, чисто клюв сделал. Капец вообще. Смотрите, у меня тоже. Что Ма... за беспредел вообще такой? Так, все, заходим, делаем внутри, короче. Ма, внутри уже делаю. Красава, что сказать. Ма, давай вот быстрее. Я нет. Ну я стараюсь, как могу, чё. Ма, давай быстрее как-то там. Знаешь, как сложно эти цветочки делать? Давай, помогаю, все, Ма, помогаю. Цветочки заворачивают вниз, соединяются и заворачивают. О, кстати, смотрите, цветы-то реально по всему периметру. Ма, слушай, ты тогда по какому... А, ты по этому делал? Я тогда по другому, по другой стороне. Друзья, как вы считаете, Ма надо помогать или не помогать? Конечно, помогать, Ма всегда надо помогать. Ну все, помогаем, короче, друзья. Смотрите, помогаем, короче, так, ну-ка...
Тут, значит, она сделала вот так цветочек. Так, а сзади тут? Ну-ка. Потом, значит, здесь вот желтый, тут белый. Да, вот, так, сбоку вот мне, так. Помоги. Да, помогаю, ма, помогаю. Май, вообще. Так, здесь вот два зеленых. Потом тут, значит, беленький такой идет. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Тут желтенький идет. Потом там два зелененьких. Такие стоим, рассуждаем, просто как цветы мне на башке приделать. Ма, капец, у тебя тут цветов вообще. Ма, ты че? Так я говорю, что ты меня не слушаешь? Не слушает меня. Так, здесь так, надо правильно или неправильно, друзья? Сюда или... Да, правильно, правильно, правильно. Так, здесь вот, значит, так. Потом идет вот так. Вот так, все. Так. Вот так. Вома, смотри, шикардосно. Все, идеально. Смотри, соединились, все, соединились. Давай теперь волосы. Осталось только бошку обфигачить и желтенький, и готово. Давай, ма, фигач, короче. Ну-ка, а тут у тебя как вообще там? А, вся что ли желтая? Ну да, у меня же вся голова желтая. Ну, в смысле, у меня нет подходящих по цвету блоков, чтобы они прям перекликались. Поэтому я буду желтой, ребятушки. Хотя в жизни я. Не рассуждай. Так. Не желтая. Макрочный цыпленок, короче, так скажем. Хотя! Да. Так, вот здесь вот так делаем, вот так, так, так. В смысле, хотя, что за Ну еще та курица такая же. Ты че, офигел? Петушара. Ма, слышь, ма, ты че? Ты не петуши. Ма, слышь. За петуши у меня тут, ну-ка, ну-ка. Ма, так, давай. И вот тут еще вот так волосяшка выпирает у меня. Волосяшка. Блин, ребята, неплохо получилось. 35/4. Так, сейчас сделаю. Так, 35/4. Ма, смотри. Вау, ма, смотри, прикольно, да, смотрите? Вау, реально похоже. Ребята. Ма, объемно, смотрите, объем. Крутяшно. Так, ну что там? О, я хочу пол выложить фиолетовым, мягким ковром. Не против? Потому что у меня кожа фиолетовая. А я тоже, это синий и красный. Так я выгляжу опасно. Где факлы? Факлы. Факлы, дайте мне. Так, выкладываем. Короче, у нас тут, смотрите, будет вообще цивильный магазин. У нас же битва магазинов, короче, вот. Так, факелы. О, нашла. Ура! Ма, ты вообще-то можешь использовать эти, как их называется-то? Ну, светильники, ма. Какие светильники? Любые, ма. А я не умею их ставить. Ты там какие-то проводки делаешь. Я не понимаю, как это делается. Ма, ты можешь обычные светильники... Где они? Понятно. Так, короче, пока там ма это у нас. У меня, короче, у меня такая будет атмосфера. Чисто ма-атмосфера. Ма-атмосфера, короче. Ма любит теплый приглушенный свет от факела. Ма, так. Чтоб понимали, да? Тут делаем. Ма, опасная душа, короче. Так, вот сюда вот так делаем. Так, так, так. Слушайте, ну красиво. Может быть, мне вместо ушей сделать дырки под окна? Ма. Я бы тебе сказал, короче. Я дверь сломала. Ма, я бы тебе сказал, да не буду, короче, тебя обижать. Так, тут лестница мне уже готова. Ма, со вторым этажом. Загляни, как у меня выглядит, ма. Ну-ка. О, прикольно, она расставила факелы. О, смотрите-ка, ну-ка я у него лестницу так оперну. Ма, ты слышал? Ма, обалдела, что ли, такая? Чисто пришла, лестницу с ты взяла и ушла. Ма, ты чего вообще там? Я сделаю лестницу не так. Я сделаю лестницу вот сяк вот. Так, смотрите, что творит вообще. Так, все, здесь, короче, ставим, значит, касса, касса, ма. Здесь, короче, касса, у нас будет касса. Ма на свободной кассе тут стоять. Я не буду работать в твоем магазине, ты еще балдеешь, что ли? Ма, ничего не знаю, все. Так, ты теперь... Что я знаю? Ма... Так, значит, тут ставим, значит, вот сюда вот это, ой, так, сюда вот это, у меня будет, это, ребят, и вот это, обалдежно, и балдежно. Ма, у тебя будет отстойно, короче. Ну это мы еще посмотрим, у кого будет отстойно. Все, батл начался, короче. Тут у нас, короче, будут бесплатные пончики для прихожан, короче. Прихожан. Тут, короче, будет кассовое огромное автоматище. Тут, короче, у нас. Здесь у нас будет, значит, хавчик, еда. На втором этаже будут уникальные, значит, это. Так, так, вот так, вот так. Магазин одежды. Так, что он там подглядывает? Ну-ка. Ничего никто не подглядывает. Не ходи, кстати. Не ходи в мой магазин, не ходи. Ма, я уже тут. О, нифига. Нифига, он тут задыбзи. Так, все, тырим идею. Ты чё тырит идею? Патруль тырных идей.
Масю идея стыдзина. Затырю идею, ты шо? Так нельзя делать. Моя идея уже все как бы. Так, здесь знаете, мать чисто как настоящая прекрасная леди и девочка будет продавать антиквариат и всякие штучки, ну, вы поняли, красивые. Мат, и чё тут вообще? Ну да. Так, а чё, о, здесь точно. Вот будет такая ещё табличечка вот так вот, заманивающая клиентов, так, оп, и так. О, во, я буду продавать вот такие вот штучки. Ой, ребят, чё будет сейчас, вообще? Чё-то там ма, короче, мудрит. Так, здесь, значит, ставим вот эти корзиночки, так, вот так. Красивые вот. Комоды и шкафы. Ма, ты чё там замудриваешь вообще? Ой, сейчас у меня тут полный будет... Ма, вообще этот магазин так-то. Ну и чё? Я могу свой магазин сделать, как я хочу, понимаешь? Ну, так, тут, короче, у нас будет вот это разные тут штучки. Так, ну-ка, вот это. Так, здесь у меня будет, типа, как стоять, да? Вот, чтобы смотреть, там, выбирали. Вот это можно купить, вот это можно купить. Здесь тоже у нас будет выбор. Смотрите, значит, у нас здесь вот так, вот так. Ой, ма, короче. Прекрасно вообще. Ма, у меня тут будет замануха на улице стоять. Так, где, значит, ставим вот такую креветочки, тут картошечку, вот. Он ма, что, как... продукты там, что ли, продавать собрал? Ма, ну, я тут продаю все, короче. Все понятно. Страшно. Ма, магазин, который продает все, понимаешь? Все ясно, да, без проблем вообще. Делайте, что хотите с вашим магазином. Так, а здесь, короче, чуть... О, нашла. Так, ну-ка, во, нифига тут вообще так. Так, ну-ка. Так, шпион-разведка тут работает. А я еще шпион, ничего, я только выбрала, я ничего не покажу. Вау, нифига! А как ты сделаешь сердечки? А, все, а я вот понял. Не скажу. А, все, понял. Ты а, все так, ну-ка вот сюда. Вау, прикольно. Копирует наглый вообще наглец. Не могу просто. Вау, ты такое придумал, вообще обалдеешь. А где ты их взяла, ну-ка? Нифига прикольно. Обалдел вообще просто в Украину. Ма! Чё, ма? Чё, ма? Ма! Слушайте, прикольно это будет. Ма, потом оценишь, короче. Бесишь меня. Ребят, просто взял в ногу и скопернул. Так, чё у нас здесь можно поставить? Так, тут, короче, у нас будет, значит, бесплатная, типа, хавка. Тут тыры-пыры, короче. Бесплатная хавка. У него там... О, банкомат надо еще поставить. Мада, ты сейчас банкомат есть. Чтоб народ бабосики снимал. И платил их сюда, ма. Круто придумал. У меня будет чисто такое лофтовое кафе. Да, я думаю, так и будет. Чисто так, ребятушки, забежать, на минутку попить кофейка, там почитать книжечки, музычку послушать. Ма, прикольно вообще. Так, ну-ка, что еще? Блин, надо что-то еще поставить, как-то уют навести, уют. Вот это мать, что уют наводит, а я что-то не навожу. Сейчас надо тоже уюта много. Да, вообще. Где там у меня факел? Ма, какие там факелы? Так, ну-ка, где? Да, короче, друзья, ищем, что-нибудь прикольное. О, вот такую штучку возьмем. Блин, ладно, давай что там по светильникам. Как мне светильники найти? Ма, ну, декор освещения на 4-й странице, ма. Ой, спасибо. Хе-хе. О, да, слушайте, тут есть что интересное. Ма, ну, нам что интересно, так. А, так, здесь, значит, ставим вот такую вот эта штучку. Штука мне нужна. Вот это точно нужна. Ой, вот это! Так, все, сейчас будем врываться, смотреть, что там такое. Стоп, я еще ничего не сделал, не смотрите. Так, здесь книжка будет. Смотрите, о, тут можно и почитать, и тыры-пыры, короче, вот. Пошел процесс. Тыры-пыры у него там можно. А что они не горят-то? А все, а надо было раньше. Они же гореть должны, нет? Так, здесь у нас, о, тут у нас будет чайный сервиз. О, прям, о, смотрите, обогораживается, дело-то пошло. Во, горят, ребят, сейчас мы сделаем красоту здесь наведем. Дело-то пошло, магазинчик должен быть уютный, чтобы в него хотелось возвращаться. Да, согласна. Ма, иди домой, хихикается, ма. Так, тут, короче, нам надо что-то, знаете, такое прям красивое прям. О, вот так. И, конечно же, ребята, мои излюбленные ковры. Где они? Так, ну-ка. Ма, короче, ковриная душа. Так, все, ставим. Ты пока не заходи, ладно, только, окей? Ма, не знаю. Пожалуйста, не заходи, я хочу, чтобы было сюрпризом. Ладно, все. Так, друзья, не заходим. Смотрите, вот здесь вот так поставим, здесь вот так. Слушайте, ну получается уже неплохо, я бы сказал, неплохо.
Не, я и не заходила, я в Женин не заходила, чисто я вообще не знаю, как у него там что выглядит. Ма тут вообще выглядит так все стилево, что вообще обалдеть. Стилево, говоришь? Ну ладно, сейчас посмотрим. Ма, максимально круто, мне кажется. О, нифига, что придумал. Сейчас, друзья, смотрите. Возможно, не получится, но возможно, получится. Так, или... Не получится. Ладно. Ха. Ма, ты где там, а? Я его постелю немножечко, если получится, конечно. Блин, куда бы эту штучку поставить? О, получилось. Ман, что там у тебя получилось? Так, все, я иду. Нет, стой, ну пожалуйста, да не иду, не иду. Блин, это аквариум вообще никуда не деть, короче. Так, метелка, чтобы Ма, короче, по мордасам. Да. Балдел. Ну ладно. Мордас. Так, все, метелочка тут типа стоит. Ну все, Ма, надо закругляться, короче. Ну пожалуйста, дай мне еще буквально секундочку. Хорошо, Ма, секундочку даю, короче. Так, здесь, значит, коверчик нужен. И веточки хочу чуть-чуть поставить. Так. Вот, смотрите, ковер вообще хорошо смотрится. Так, а здесь тоже что-нибудь. А, ну здесь не надо, в принципе, здесь все нормально. Так, надо что-нибудь еще прикольное такое прям. Торопимся, ребят. Мам, максимально торопила. Все, давай быстрее. Так, ну, в принципе, первый этаж у меня готов. Второй этаж, вот, факелы уберу, только со второго этажа я сделаю нормальное освещение. И я, в принципе, тоже готова. Ма, нифига ты. О, вот это надо все поставить. Друзья, сейчас вот это надо поставить, чтобы вообще было очень стилево. Так, вот так. Так, здесь, значит, вот так. Во-во-во-во, пошел процесс. Смотрите, друзья, вот это прям придает вообще бомбу. Ма, тут, короче, вообще. У него пошел процесс, ребят. У него пошел процесс. Ма, ты сейчас обалдеешь, короче, мне кажется. Ну, может, и не обалдеешь, но я думаю, обалдеешь. Так, куда вот эту штучку поставить? Блин, не ставится. Так. Может, вот сюда куда-то воткнуть? Во-во-во, вот сюда, блин, не подходит, блин, так, вот туда, вот сюда, блин, тоже не подходит, Ма, тут не подходит, короче. У меня все подходит. О, подошло, все, смотрите, друзья, сейчас поставлю вот сюда. Так, во, хе-хе-хе, два таких ретро. Ой, все. Ты готова, что ли? Я почти готова, я хочу немножечко поставить кустиков, короче, возле своего лица, можно, цветы посажу, и все будет готово. Ма, ты чё там вообще? Чисто фиолетовые, ребят, цветочки, красивые пионы. Ма, чё там вообще наводит какой-то этот марафет? Так, ребятушки, я скажу вам, что это у меня тупо лофтовая такая кафешечка, в которую можно зайти, почитать книжки, попить кофеёчек и отдохнуть, ну вы поняли, короче. Ма. Всё по красоте. Так, ну почему? О, нифига она там насадила. Ну все, Ма, короче, готово. Я тоже. Так. То кому первому мы идем? Так, ну давай к тебе, короче, Ма, пойдем. Ну все, погнали. Ой, смотрите, цветочки так заходят. Ма, слушайте, нифига тут, Ма. Да, очень мне нравится. Офигеть, нифига, друзья, так-то. Слушайте, ну это прикольно. Да, мы старались. Ма, ты чё вообще? Чё? Ну, мило же, смотрите, чисто для очень девочек. Очень мило, смотрите, реально. Покончались, посидели. Тут вон, смотрите, краски. Ма, ты чё, обалдела? Ма, пойдем ко мне, пойдем. Все, пошли. Ма, смотри, ты что, заходишь, сразу такие эти, смотри, висят. О, ничего, у него тут мороженое. О, мороженое, кажется. Ма, мороженое, тут можно суши, кусочек пиццы бесплатно, тут можно пончик, выбрать очки. Цветочки. Там... О, прикольный какой, я тоже хочу себе такой поставить. Ма, цветочки, кот, банкомат, смотри, подвесные цветы, которые висят на потолках, а. Так, я хочу на второй этаж. На второй этаж, и тут смотри, о. Это тоже неплохо. Ма, может, чаечка попить? Да, тут, короче, вот и одежоночка, тут, короче, у нас карамельки, тут другие очечки модные. Книжка, чтобы почитать с печеньем, а? Неплохо, слушай, мне тоже у тебя нравится, как бы, нормально тогда. Ты смотри, тут вот эти висяшечки, ты так вот башкой задеваешь. Ма, это моя разработка, это я придумал. Это мои висяшечки! Ма, тут на улице, смотри, тут можно вот еще покупать фруктики. Тут, короче, такая табличка скромненькая, как кофеечки. Эй, би-би-би-би-би-би. Я свою табличку тоже возьму. Ма, чисто тырить, смотрите, а? Ма, мне тоже такая табличка нужна. Ма. Так. Ну прикольно, смотрите, часы, короче, слышите. Ну все, в общем-то, дорогие друзья, вот такие вот у нас получились магазины. Вот. Да. В общем, дорогие друзья.
Как вам вообще серия в целом? Напишите ваши вообще ощущения. Понравились наши магазины или не понравились? Что бы вы добавили? Тыры-пыры там трали-вали? Да, ребятушки, напишите ваше мнение, нам очень интересно. И вообще, что понравилось вам больше всего из наших магазинчиков. Да, в общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Всем покусики-покусики. Круто, да, Оси? Ну да, неплохо. Сохраню эту карту, чтобы у нас было интересно всегда эти магазины. Все, крутяк. Да.